эмоции были просто невероятные до сих пор, и вообще не верилось. Первые эмоции были, это сразу же слезы на глазах, вообще не верилось, что вот мечта детства, вот с 4 лет, вот с такого возраста я об этом мечтала, и вот это произошло именно сейчас. Сейчас что будешь делать? Вот приехала отдыхать или... Отдыхать. Когда вернешься к тренировкам? Через недели 2, я думаю. Это мне очень много стоит, эта медаль.